театре Центрального парка культуры и отдыха отметить пятую годовщину со дня смерти великого пролетарского писателя Алексея Максимовича Горького. С кратким словом о Горьком выступил академик Ярославский. Он исходил пешком в Россию от Горького, от Нижнего Новгорода до берегов Черного моря. Он жил годами с людьми, которых классовый капиталистический гнет бросил на самое дно нищеты и бесправия. И он отразил всю боль, страдания этих людей, брошенных на дно. Он видел, как нарастает новое движение. Он чувствовал это движение. И с самых юных своих лет он кровно связался с этим движением. Он явился певцом пролетарской революции, певцом первого в мире социалистического государства. Бухаринские изверги медленно отравляли больное сердце Алексея Максимовича Горького. Они вырвали его из наших рядов. Но нет такой силы, которая может вырвать из сердца миллионов нашего народа имя Алексея Максимовича Горького.